Китай и Россия достаточно мудры, чтобы задать себе вопрос, как вместе удержать экономическую стабильность, когда весь мир катится к катастрофе, когда рынки даже не реагируют на то, что Америка и Корея обещают друг другу уничтожить. Если рынки не реагируют сегодня, значит, их механизмы сломаны, и это может обрушить мировую экономику завтра.